Всем привет! Собрала съехать в Богородск. Повезу родителей на анализы. О, уже звонят. Да. Да я уже еду к вам. Ага, ага. Ну вот, повезу их. Пройдут они врача, анализы, и они уже билет купили на Хабаровск. И поедут, на автобусе поедут в Хабаровск. Вот. Так что, такие вот сегодня у меня дела. А я сегодня что-то оделась, что я замерзла. Перчатки с собой не взяла. В машине холодно покамись. Вот. Да что вот такие дела, ладно. Что это, калитка открыта здесь? Интересно. Ой-ой-ой. Что-то сегодня прохладненько, а я как-то легко оделась. Не прохладненько, а холодно. Ой, мама уже здесь все растаяла на склоне, быстрее тает у нее. Но. Ну да. Ой. Засадим. Сижу, жду папу. Маму оставила в больнице. Сама папу жду. Пошел в опеку. Ну, вот это вот здание пошел. Ну вот. С этой мохнашкой еще. Сегодня холодно. Ой. Нам еще до 3 часов сидеть здесь. Анализы. После 3 будет. Анализы заберем и попрем домой. Вот. Папу подождем. Поедем, наверное, в банк съездим. Надо им денежку снять. На дорогу. Ну, так вот. Ладно. Какой сегодня ветер, а? Сильный. Ой, моя мохнатка. Ладно, пойдем в банк. Пока папа там своими делами управляется. А я скажу в банк. Ходила в аптеку еще, купила им лекарства. Ой, от тошноты, Киры. А то поедет, чтобы в автобусе ее не укачало. Таблеточки пусть будет пить. Вот. Ну, что, пойдем в банк. Ладно, закрываем намордник, как говорится.
пошел дождик. Фу, блин, дождик или снег. Зима у нас обратно наступила. Ну что, вот так вот. Все, приехала к родственникам, посижу, буду ждать их родителей здесь. Все, никуда не. Все, что надо, вроде бы взяла. А там, ой-ой-ой, ну даже провалилась. Не на весу, а нет, стоит. Все надо. Ладно, даже провалилась я здесь. Провалилась. Кольцо здесь, а? Так, я вон, мне надо сходить в одно место. В гости. Сходить. Ну-ка, пойду я схожу. Что здесь выросло? Я здесь не была, но надо проверить. Что же? Это что же дерево? Черемуха, что ли? Или что? А где смородина была здесь? Когда-то смородина была. Еще нету ее. Малина. Не понять. Ой, проверим. Это береза, да? Фига здесь дерево выросло. Куда-то здесь картошку садили. Бабушка, мужа. Ну. Надо же, дерево какое-то выросло. Сейчас сниму, потом мужу покажу видео. Видео покажу мужу, пусть смотрит. Что же это дерево? Это дерево. Надо же. А здесь что-то накидали соседи. Да? Это или ихняя половина. Я уже не знаю, где чего здесь. Ну. Так, идем сюда, обратно. Ну-ка. Ой. Ну все. Пойду зайду. Вон какое высокое крыльцо. Высокое-высокое. Ладно. Ну вот она и есть, приехали. Ну вот Галя все тут знает. Дома здесь понастроили. А что ты к Гале приехала? Почему? Нет. Нет? Нет, еще я еще не доехала. А я даже уже не помню, где мы были. Вот здесь
Да, вот она. Заходи, дверь, вот она, направо, прямо. Все, идите. Таня, иди. Сейчас. Или тебя проводить? Что? Да не надо провожать, что я? Не найду, что ли? Так, что-то вспоминаю. Ой. Да прямо дверь. Ой. Мама. Ой, господи. Ну, брюк замораживает. Ну, старые, ага, и вот так вот, корячишься. То залазишь, садится, то и чё. Об край машины там на ноги мараешь. Еще заблудится трех сосен. Сейчас ехать будем, грязно будет. На перевале снег, наверное, там не растаял. Надо было и так пойти. Четыре воды надо. У тебя что, сама включается? Она сама включается. Ну, на подъем, пойдем, там надо уже будет, да. Если снег будет, там немного снегу там, наверное, будет. Сычки-то ладно. Сычку можно по дороге взять Виктории. Чтобы пока машина на машине, чтобы завтра не пускать. Кошелек вытащи. Ну, грязь-то везде, мама. Кошелек достань. Где? В сумке моей. И сумку. Пойдешь со мной? Конечно, чашечек только несу. Где? Ты достань, что? Ну, конечно. И сумку освободи. Чего сумка делает? А, ну. Кошелек вытащил? Что, здесь клеба все есть. Пакеты, бля.